Это новая транспортная система, она эстакадного типа, это одно из наших транспортных средств, так называемый, мы назвали ее Unibike. Это самое экономичное транспортное средство в мире, колесное. Если перевести электрическую энергию, это здесь электропривод в топливо, то на 100 км пути при скорости 100 км в час 0,7 литра топлива. Причем здесь есть даже привод вело. Можно крутить генератор, оплачивать проезд. Скажите, а вот затраты, связанные с реализацией всех инфраструктурных частей этого проекта, они соизмеримы, либо значительно ниже, чем то, что у нас есть на сегодняшний значительно день? Значительно ниже, чем то, что есть. Ну, я бы сравнил все-таки эстакадный транспорт с эстакадным. Да. Аналоги – это монорельсовые дороги, поезда на магнитной подушке, канатные дороги. Если сравнить с монорельсовым транспортом, у нас где-то дешевле 10-15 раз. Инфраструктура и эстакады. Если сравнивать со скоростными железными дорогами, где-то 30-40 раз дешевле. При том, что мы можем достичь таких же скоростей, у нас есть разработки, мы скоро уже будем изготавливать подвижной состав и строим дорогу длиной 17 км, где мы планируем получить скорость 500 км в час. То есть это с учетом строительства всей инфраструктуры, станции самой, дороги, монорельсовой? Ну, смотрите, поезд длиной сотни метров, перрон какой должен быть, пути какие. А у нас вот транспортное средство длиной 10 метров. Станция, вот мы построили сейчас пересадочную станцию в экотехнопарке, это возле Марьиной Горки, где тестовый участок. Ее размеры 12 на 18 метров, трехэтажное здание. По производительности, потому что там можно пересесть с городского на высокоскоростной, это дубайский аэропорт. 50 миллионов пассажиров в год она может пересадить. Пропускная способность. Да. А здание 12 метров. Дубайский аэропорт, если были, там километр. Там туда, человек поднялся. Да, сел и поехал. И у нас нет расписания. Приехал, опустился вниз, там какие-то лифты. Для инвалидов, кто-то, подняться на этаж, это несложно. Поэтому инфраструктура дешевая, дорога дешевая, подвижной состав дешевый. У нас по энергетической части очень много ноу-хау. У нас же рекуперация энергии. У нас свое энергообеспечение. У нас предлагать для мегаполисов, особенно там, где еще не начинали это все, это та же Россия, может быть, и, через союзные проекты. Я же поддержал Ниссан Григорий в свое время, в 97 году еще. И поручил Лингу, тогда был премьер-министр, поддержать проект, зафинансировать и так далее. Денег не было, мы год походили и уехали. И фактически мы сейчас выполняем поручение президента. Я нашел, как зафинансировать. Краудинвестинг – это финансирование толпой, так скажем, народом. У нас сейчас около 80 тысяч инвесторов из 82 стран мира. И деньги приходят сюда. Представляете, 82 страны финансируют то, что мы делаем в Беларуси. И мы сумели это сделать. У нас есть целый ряд адресных проектов, в том числе для Минска, для области. Это же поручение президента построить кольцевую дорогу, ну, растянуть город в область. У вас площадка в Марьиной Горке. В Марьиной Горке. И первый тестовый участок мы уже запускаем на объекте года. Может быть, мне предложить премьер-министру посетить или вице-премьеру? Конечно. Мы рады, что у нас есть люди, которые способны генерировать идеи, которые могут создавать бизнес, по сути дела, на пустом месте. Причем и это проект направлен не столько на наши внутренние тут потребности, сколько на весь мир. Поэтому успехов вам. Спасибо. Значит, ну и надо работать. Давайте сотрудничать. Да, мы готовы, мы обеспечим вас электроэнергией в полном объеме. Атомную строим. Более того, ведь в рамках интеграции атомной станции нам необходимо решать вопрос по увеличению электропотребления в стране, а здесь мы рассматриваем абсолютно все направления. Да, так знаете, что Александр Григорьевич поддержал в свое время администрацию президента? Скоростную дорогу в Минск-Москву. Вот когда ее построят, ее 100% построят, скоростную дорогу. Время в пути 1,5 часа от центра, от центра города. Себестоимость проезда 20 рублей в Беларуси.
успеха вам. Спасибо. Мне приятно было с вами познакомиться. Поэтому спасибо. Если что-то будет зависеть от Министерства энергетики, всегда знаете, да. Не мешайте все. Сделаем все. Ничего не надо, только не мешайте. Понял, да. Все. 0,7 литров топлива какое топливо вы имеете? Дизельного, если привести электроэнергию. Да, да. Ну, вы знаете, мопед больше расходует. А если легковой автомобиль, то ну, даже микро. Хорошо, спасибо.